Пошли, пошли. Итак, всем привет. Ведем себя прилично, не то, как вчера, а то знаю я вас. Начнете тут про свои коллагены мне рассказывать. Начнете тут это. Глупости всякие говорить. Так, кто ко мне зашел? Кто-то из моих... Привет, 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 Сашуль. Привет всем, мои дорогие. Привет из Сочи. Ой, в Сочах, наверное, сейчас тепло. А чё так часто посещаешь парикмахерскую? Ну, в смысле, во-первых, у меня белый цвет волос, да? То есть, как бы, когда корни отрастают, кажется, как будто я лысая. Во-вторых, я последний раз наращивала волосы месяца... Сколько, Карин? Когда? Полтора, наверное. Ну, полтора, да. Но это, собственно, как бы нормальное, наоборот. Волосы быстро растут. У меня очень растут. Как будто 3 месяца. У меня очень быстро растут волосы, потому что я пью коллаген. Вот. Так. Привет с Владивостока, Нижневартовск. Приезжай в Сочи, тут красота. Ой, ну когда-нибудь доеду. После дня рождения в Сергиев Посад грехи замаливать. Что-то их слишком много последнего. Я спрашиваю, кто-нибудь дома? Алло. Все, вроде ловит. Говорю, после дня рождения поеду в Сергиев Посад грехи замаливать. Почему они не все могут вырасти волосы свои? Потому что я их то обстригала, то еще что-то. То, короче, это, с двух сторон не хочешь нарастить? Нет, не могу, ребят. Тут хотела... В голову мне стукнуло, а потом думаю, ой, да ну нафиг. А цвет вы увидите попозже. С кем ребенка оставляешь или вы пошли в сад? А вот не с кем, да? У меня полный дом народу. Вообще не с кем. Ты любишь алкоголь? Я? Честно, нет. Но алкоголь меня любит очень сильно. Придется всю землю там съесть за грехи. Ну чего ж ты рассказываешь-то? Не настолько уж я нагрешила. Приветики вам с Белоруссии, вы красотка. Спасибо. Это все фильтры, ребят. Вы так не обольщайтесь особо. А мне с двух сторон больше... Так а вы же не видели с двух сторон меня. Привет с Великобритании. Здравствуйте. Ты так не ответила в директ по поводу губной помады. Какой номер? Да откуда я знаю, сколько у меня этих помад? Все говорят, пьешь много. Ну, я бы не сказала, что много, но часто, да, зачастила. Привет, Севастополя. Здравствуйте. Зубы у вас свои? Конечно. И видите, какая красота. Конечно, свои? Ну, нет. Зубы у меня свои, просто у меня эти, как они называются, которые типа накладки такие сверху. Вы пошли в садик? Нет. Перманент у меня есть, нужно просто еще раз доделать, подбить. Привет с Луганска, здравствуйте. Ты такая молодец, так держать. Спасибо. Взрослею? А что с подбородком? Что с подбородком? Все нормально. Привет с Череповца. Так. Давайте о чем-нибудь поболтаем. Давайте отвечу на 5 каких-нибудь прям самых таких, ух, вопросов. А накладки эти надежные? Ну, вообще, да, на 5 лет их хватает. Ну, типа, это тоже виниры, но называются это, короче, композитные, да. И надо мне, кстати, на чистку сходить. Что с носом? А что с моим носом? Вроде все окей. Какой хвост решила сделать? Увидите потом в конце у Карины на странице. Бывшие. Плохо. Или возьми трубку лучше. А мне так похуй. Ногти больше не грызешь. Ну вот не грызла, не грызла. А вот в прошлый четверг отгрызла все. Вот прям вот. И все 600 человек не с тобой позевали. Ты бы смогла спрыгнуть с парашюта? Вряд ли. Хотите с Йосифом еще детей? Ой, в идеале, конечно, я очень хочу еще одного ребенка, но я не знаю, как сказать это правильно.
Не знаю, скажем так, будем ли мы вместе дальше, вот. Но как бы вроде как хотим наладить. Помогает ли, правда, коллаген? Ну, однозначно. Как планируете отмечать день рождения? Грандиозно? По-скромному. Все самые близкие. Монако! Как тебе город Подольск? Я там, кстати, была всего один раз. Саня, делай хвост, тебе хорошо. Привет из Казахстана. Не хочу этот хвост. У меня все, меня тогда перебили этим хвостом, я теперь не хочу. Привет, Сергиева Посада! Здравствуйте, здравствуйте! Точно? Может, у Йоси другая баба? Точно нет, это исключено. Он меня любит безусловно. Что такое коллаген и зачем? Прочитайте в интернете. Не хочешь удалить тоже, блядь, зачем? Кстати, вы курите или бросили? Когда пью? Я где-то прочитала, что вы собираетесь эмигрировать из России. Да, блин, вчера, короче, просто был момент. Я не собираюсь никуда уезжать, я 500 раз об этом говорила. Я максимально патриот своей страны, куда нафиг я буду уезжать, прикалываетесь? Вчера просто писала о том, что Йося говорит о том, что, типа, надо уезжать, потому что, ну, типа, много всяких проблем с инстой и так далее, но, типа, вы что, гоните? Куда? Да. Кого? Чего? Это курьер мой. Здравствуйте. Да-да-да. Здесь оставьте, пожалуйста. Плачет, не надо? Привет, нет. Привет, Сургута. Хотите купить квартиру? В каком районе? Я ничего пока не планирую в ближайшее время. Карин, только там не путаешь, да, цвета? Нет, конечно. Нет, просто ты сказала то, что типа это. Не перепутай. Ладно. Кого будешь приглашать на день рождения? Все самые близкие. Так. Привет из Германии, здравствуйте, Стефанчику почти 2 года, я поняла, Зайда. Почему так дерзко отвечаешь? Где вы увидели дерзость? Так, чё кого? Спасибо! Губы, как у Марины Африкантовой, у вас один косметолог? Нет, у нас разные косметологи. Да это фильтр, я же вам говорю. Песня строковая, крутая. Хочешь сделать ринопластику? Ну давайте вы мне новые комплексы, блин, сейчас вобьете. Мне как бы от них избавиться, а вы мне тут еще новые. Почему мне Дашу в садик? Зачем? Алена Рапунцель будет на том дуре? Ну, конечно. Сашуль, тебе нужно принять участие «Звезды в Африке». 100% будет твоя победа. Ага. Вы меня на Сейшелах помните? А тут еще эти, блин... Привет из Чувашии и Карине. Она же из Чувашии, вроде с Кана. С Козловки. С Козловки она. Бородина похвалила тебя, когда увидела твои изменения в лучшую сторону. Ну, конечно. Не будь пафосным. Чего несете? Вы что? Прочь комплексы. Спасибо. Когда-нибудь. Почему не сделаешь абдоминальную пластику? Потому что мне еще 40 кг надо убрать. Почему? Такие вопросы странные. Потому что вот. Че любовь? Кератинка в краску попала. Ого. Ты же говорила в рекламе своей, что вы в садик собираетесь, вот люди спрашивают. Я говорила это не в рекламе, а я говорила это в сторис. Но я считаю, что пока рано. Когда-нибудь. 300 прядей? Нормально. Я сказала, засуньте, девочки. Как мне сегодня деревня сказала, говорит, если не близко, лучше мне засунем. Я сказала, мне пофиг, мне нужно грива. Приветики. Ладно, поеду я, поеду, говорю. Пойду.
Сиго хору шигу. Блин.